Всем привет! Приветствую вас на канале Insanus Balletus. Для моих друзей и подписчиков очередной анекдот. Значит, попали в яму лось, медведь и волк. Ну, сидят там день, два, три, вылезти не могут. Они же такие медведь с волком да лося. Ну, ты же понимаешь, что ты тут один травоядный. Мы тебя, наверное, все-таки съедим. Ну, волк говорит, я все понимаю. Только, говорит, у меня вот одна мечта. Меня, говорит, в детстве охотники споймали. И на попе там что-то написали. Татуировку какую-то сделали. Вот хотелось бы, ну, узнать, что там написано перед смертью. Ну, волк с медведем же туда. Раз. Лусик с задними копытами. Лусь и оттолкнулся от них и выскочил с ямы и убежал. Ну, волка сразу насмерть, а медведя контузило. Он такой, очнулся такой, сидит такой, ой-ой-ой-ой-ой, ну ладно, волк, а я-то чё полез, я ж читать-то не умею. Все, всем спасибо.